находимся в Краснодаре на перекрестке улиц Ставропольская и улицы Шевченко. Вячеслав Викторович. Да. Это, если я не ошибаюсь, памятник имени Шевченко. Да, вот в городе Краснодаре существует памятник идеологу украинского национализма, крестного отца бандеровцев, петлюровцев, нынешних украинских фашистов, которые убивают людей, жгут их заживо в Одессе. Вот существует памятник. Вот теперь, видя такое, вот я пришел посмотреть, можно ли его каким-нибудь образом снять. Ну вот это не должно, ничего. За шею или вот здесь стропами подцепить и снять, а на место поставить. Да памятник тому же Кутузову, который бандеровцы снесли. Но, глядя на этот памятник, этому псевдокультурному деятелю, приходит мысль, что не зря на 1 мая бандеровцы шли в Первомайской колонии, которую возглавляли административные органы. И второй момент. Кто в регионе нашем решил, что это памятник культуры, и при этом вместо того, чтобы его охранять, скажем так, правильным образом, почему-то считается, что Российская Федерация должна защищать памятник крестному отцу бандеровцев. 18 мая бандеровцы собираются провести в Краснодаре акцию протеста против Российской Федерации. Именно здесь. Мы не дадим им здесь провести эту акцию.